Финансовый год в городе Сочи хоть и напряженный, но успешный. Все показатели бюджетных назначений будут выполнены как в части налоговых платежей, так и в части вненалоговых поступлений. Сейчас основная задача налоговиков, службы судебных приставов и администрации – успешно завершить сбор налогов. Особенно это касается транспортного налога, налогов на имущество и землю, которые напрямую идут в муниципальный бюджет. На сегодняшний день долг физлиц в Сочи составляет свыше 230 миллионов рублей. На исполнении службы судебных приставов находится 18 тысяч производств. Там, где сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, вынесены постановления об ограничениях. Например, этим гражданам запрещен выезд за границу до погашения всей суммы. Узнать, существует ли задолженность, возбуждено ли исполнительное производство. И оплатить налоги можно несколькими способами. Через личный кабинет сайта Федеральной налоговой службы, через банк данных исполнительных производств сайта Федеральной службы судебных приставов или мобильное приложение этой службы. Следует также обращаться в налоговую инспекцию по месту жительства. Кстати, 12 декабря во всех ее отделениях состоится общероссийский день приема. Операторы будут работать с 12 до 20 часов и отвечать на все вопросы налогоплательщиков.